Боже, боже, что происходит? С подарками! Украли мешки с подарки! Дедушка Мороз, где подарки? Где подарки? Столько подарков сегодня! Это от кого был подарок? Это было от дедушки Бедроса. От дедушки Бедроса что ты получил? От дедушки, от Людочки. О, это, а это так, что? А это вот. Аллочка да. хочет передать. Это что, мне? Мне? Подарок? Так, что здесь? Ну-ка, открывай. Дорогой папа, я тебя поздравляю с новым 2019 годом. Желаю счастья, здоровья, много хороших песен, хороших друзей. Побывать в Японии. Всегда хорошее настроение, много любви. Спасибо, доченька моя. Спасибо, моя девочка. Спасибо тебе. И я получил подарок от дочки. Какая прелесть. Вот такая открыточка. Самое главное, мы слушаем речь сейчас президента за 5 минут до Нового года. Слушаем все друзья. И вот Дед Мороз. Вот наша Снегурочка. Вот наша семья. Вот они все. Вот здесь самые. Нашего президента. Служба. Все с нами. Славочка, Матюшка, чтобы вы были здоровы. Такое непростое время, как сейчас, очень важен настрой на созидание. Стремление обязательно реализовать свои личные планы и принести пользу обществу и родной стране. Наш салют, ура! С Новым годом! С Новым годом! С новым счастьем всем! Звуки, останутся только таких пик звуков. И никогда не будет войны. И никогда не будет вражды и зависти. Только любовь! Она спасет мир. А у нас сейчас начинается поездка на хаски. Ну, давайте, собаки. Так, кто будет кататься? Вот это хороший, красивый, морды красивые. Вот дают поездка на хаскисах сегодня. Мама, наша молодость. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся вот медведи, а земную ось. Ты целишь столетие. На-на-на-на-на. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Поехали! Поехали! С Новым годом! Поехали! Самый счастливый Новый год в семье! Посмотрите, как у нас красиво! Смотрите, как у нас космический корабль тут! Где мы проводим Новый год? В беседках наших! Скай чудо! Я Снегурочка. Снегурочка наша красавица! Сонечка! Ну и королева-мать моя любимая. Королева-мать. Самое главное, королева-мать. Спасибо, уходящий год. Ты был настоящий, сложный, непростой. Спасибо, что на многое открыл глаза, на многое закрыл. Но самое главное, все живы-здоровы. Хотелось бы пожелать и в следующем году всем здоровья, чтобы становилось больше людей, а не меньше. Ну, а я буду петь для вас. Буду гореть. Вот как этот костер. И не потухну никогда, потому что у меня есть самое главное. Вы мой дом и моя семья и мои друзья, которые сегодня со мной в этот новогодний вечер встречают 2022 год и провожают 2021. Все плохое остается здесь. А я беру все самое лучшее от жизни. Я люблю вас с Новым годом! Снегурка! С Новым годом 2022!